Краш-тест. Сегодня краш-тест проходит Михаил Шуфутинский и Мия Бойко. Мы взяли три прекрасные песни и решили так. Первую песню угадывает Михаил Шуфутинский. Это песня нового поколения. Мия, если ты догадаешься, пожалуйста, не говори Михаилу Захарычу прямо, что это за песня, а попытайся подсказать и объяснить. Готовы? Да. Готов. Задание номер один. Опа! Это припев. Почему вы нам не сказали, что вы еще наоборот будете делать? Ну, называется «Заживала кассета». А если бы мы впрямую, то там же ж текст, там слышно, там же ж и голосы, там вот как бы... Так я нам и впрямую будет достаточно сложно отгадать. Нет, не сложно, на самом деле. Подождите, мы думали, что ты догадаешься сразу. Нет, но я догадалась на самом деле. Давай, подсказывай. Нет, я даже не... Михаил Захарович. Значит, мы уже говорили про эту песню. Подождите, Михаил Захарович, а вы слушали песни Мия Бойко? Я слушал. Я люблю Гагарина. Она мне так нравится. И вот, эта и... песня... Наоборот. Я услышал, между прочим, тембрально что-то от Мии. Я подумал, не может быть все так просто, чтобы они вот так взяли и вот просто так. А мы предупреждали, мы мучить не будем. Ну, похоже, да, на мучение. Как называется песня, Михаил Захарович? Гагарин. Мы как с луны упали. Один ноль в вашу пользу. А вы боялись. А все на самом деле очень даже просто. Внимание, теперь задание для меня, для тебя. Михаил Захарович, вы точно догадаетесь, ваша задача намекнуть юное поколение. Если я догадаюсь. Ой, да там все просто. Или ты уже догадалась? Ну, во-первых, понятно, чей голос. Так, а песня? Еще раз, можно? А, вот так. Пожалуйста. Что ж ты не предупредила? А было так, как будто... Я почти понял, мне кажется, я ошибаюсь. Да вы не ошибаетесь. Я слышу себя, ну как бы... Это вы, Михаил Захарович, это правильно. Ну вот... Что за песня? В интернете это самый популярный трек. Да я больше скажу, на радиодаче это самый популярный. Про девушку, что ли, которая там... А, да, вот которая там, да, что-то там где-то. Слушаем еще раз или уже ответ? Послушаем. Тут даже понятно, уже наоборот. Знаете что? Я и сейчас сам не соображу. Да ладно. Я с собой сам не согласен. Вот в конце... Нет, там в конце уже было все прям очевидно. Ну, тебе очевидно, потому что ты знаешь. Потому что я эти задания практически... Хоть кто-то ей это сказал. Не, ребят, мы боимся. Не бойтесь. Ну, про девушку, ну, правильно сказать. Самая популярная песня, правда. Ну, да, ну, она не самая популярная, но просто она вам больше... Она самая популярная в интернете. Я должен озвучить, но я уверен, что Мия знает. Мия, на букву М, ну ты же уже произносила даже. Я боюсь неправильно сказать. Марджанджа. Марджанджа. Я знаю эту песню, я все время неправильно это слово. В следующий раз... Это имя. Придешь, переучишь. А Михаил Захарович, какое имя такое придумали? Я не придумал, это цыганское. Песня такая была, цыганская. Марджанджа. Да, я, конечно, знаю эту песню. Вот. Смешная просто деталь. Просто имя не могу выговорить. Некоторые считают, что эта песня... Вот я сейчас был в Ереване выступал, у меня был сольник. Они говорят, это же наш армянский клип. Почему? Марджанджан. Они так и думают. А Джан это же мужчина, да? Нет, Джан это дорогой. Дорогой, да. И девушка тоже может быть Джан? Да, конечно. Мия-джан. Да. Мия-джан, ну давай. Да, давай, да, давай. Давайте Мия-джан. Послушаем правильный ответ. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. И у нас с вами третье задание, и теперь вам придется вдвоем бороться за третий балл. Пока счет 2-0. Потому что... Придется, а всего три будет? Всего три. Мы уже победили. Ну, подождите. Может быть, мы один балл вырвем себе. Последняя песня за два балла будет. Я уверен, что вы говорите сейчас вы. Потому что вы знаете. Да, мы творческие люди, мы очень сомневаемся. Вы справитесь?
Отец Трейсен. Вещам вам опраться. Интересно, что это за песня такая? Я знаю. Мы же ее пели, да? Вы ее пели? Вы ее пели? А что вы пели, простите? Мы пели нашу новую песню. Как она называется? «Помада на щеке». Оставь помаду на щеке, на сердце сто обид. Любовь висит на волоске, но мы с тобой близки. Близки. Оставь помаду. Вот это было сейчас вообще просто супер эксклюзив. Близки. А там так и есть. Там же в треке это есть, я так сказал. Ну, знаете, от вас вот этот вот прям вот этот был один такой близки. Изюминка. Еще раз сказать? Да, да, да. Близки. Это можно слушать бесконечно, но мы вас поздравляем. 3-0 вы выиграли в утреннем FM-шоу. Браво. Благодарим. Crash Test.